тибетцы простираются, делают кор вокруг Кайлаша, 58 километров простираясь. На некоторых точках они останавливаются и делают простирание в направлении Кайлаша. Они закончили простирание Кайлаша и продолжают движение по кругу. Они уже в завершении, завершающей точке. И я тоже завершаю свою кору. Надо пешком. Уже приближаюсь к этому городу Дарчен, из которого мы вышли.